Всем привет! Спасибо, что пришли сегодня на эфир. Я думаю, что у нас эфир будет достаточно интересный, потому что я так понимаю, что вы сама и ваша аудитория очень интеллектуальные люди, поэтому мы сможем поговорить чуть глубже, чем на обычных эфирах я это делаю. И здорово, что есть у вас вопросы, я обязательно на них отвечу. Да. Спасибо большое. Я давным-давно хотела с вами провести эфир. Я полгода назад, я помню, писала и хотела провести эфир. И спасибо вам большое за такую возможность. И мне очень приятно вот так вот познакомиться с вами и задать вам вопросы. И я подготовила интересующиеся меня вопросы. Если вы не против, пока могу выключить комментарии, чтобы не отвлекаться, потом в конце Хорошо. Я могу включить. Хорошо, да, можете выключить. Я подготовила свои интересующиеся вопросы и подготовила, в общем, так представила эфир, поделила эфир на две части. А потом я задала вопрос своим подписчикам, они тоже написали свои вопросы, поэтому я хочу озвучить и их вопросы тоже. Здорово, давайте. И мы начнем, я так считаю, с простых вопросов к более, потом дальше уже пойдем к более глубоким вопросам. Хорошо. Да, и я сейчас максимально постараюсь даже отключиться, как сказать, чтобы зрители, и чтобы я не ощущала зрителей, и чтобы как будто бы это и приватный такой эфир, да? Я хочу это представить, чтобы максимально быть открытой и свободной. Вот, первый вопрос это вот всех интересует абсолютно, и меня тоже, и многих-многих наших жителей, не только страны, наверное, и планеты. Это как человеку открывается поток денег? Это вот более такие земные вопросы. Вы знаете, деньги, они не громко музыка, да? Вам слышно меня хорошо? Да, да. Меня на фоном слышно, да, музыку не надо. Деньги — это, по сути, если мы говорим о деньгах, которые вас не разрушают, которые... Деньги вот могут прийти и разрушить вас, вы знаете это, да? Очень много людей, которые ради денег вроде как они получили, а потом можно попасть и в тюрьму, можно, чтобы потерять здоровье, да, полностью разрушиться. То есть деньги бывают разные. То есть деньги могут прийти и разрушить полностью все, что у вас есть. Можно... Вы часто видели, когда мужчина зарабатывает большие деньги, это самое большое испытание, да, он там теряет семью, он бросает там маленьких детей, например, да. И деньги бывают разного качества. Самое главное в деньгах понять, какого качества деньги вы приобретаете в свою жизнь, да, какую энергию вы привносите. И когда мы говорим про деньги, деньги могут зарабатываться из верхних чакр, это из более тонкого измерения, это деньги, которые будут преображать вас, и деньги будут улучшать вашу жизнь, то есть приходя, эти деньги будут, то есть ваши отношения будут лучше, да, ваше здоровье будет лучше, творчество ваше будет лучше, и мы говорим это через творческую креативную энергию заработать. То есть эти деньги, вы получили их в обмен за то, что вы сделали некий вклад в общество, который принес пользу другим людям. И это было сделано настолько экологично, что придя эти деньги, вас преображают. То есть мы говорим, деньги — это божественная энергия, и деньги — это энергия. Есть другие деньги. Очень часто 98% людей на планете Земля зарабатывают из нижних чакр. Это деньги такие, где бы мне там больше получить, при том, что квалификации у меня меньше, да? Или потребовать с начальника, например, зарплату побольше, хотя я работаю так себе, да. То есть нет вот этих экологичных отношений. Или где бы мне своровать их, или приватизировать, или обмануть там страну, народ, или еще кого-то, да, как бы мне обхитрить там какую-то богатую тетю или так далее, или не экологичные бизнесы, как там табак или наркотики, там продажа тела или алкоголь, да. То есть много видов бизнеса, где эти деньги в итоге не принесут того удовлетворения, за которым человек гонялся. То есть есть деньги — это энергия, и качество этой энергии, так же, как во всем, оно бывает разное. То есть оно есть плюсовая, то есть она высокая, высокая вибрация денег и низкая вибрация денег.
И поэтому даже вопрос не в том, что а как мне заработать больше денег и как мне иметь больше денег. Потому что деньги — это следствие. Это не то, что у вас цель не должна быть в том, что я хочу заработать. Да, вы должны понимать, сколько мне нужно для того, чтобы иметь комфортную жизнь. Да? Вот я хочу, например, дома, 3 машины, чуть поменьше. Тише поставлю. Или детей своих обучить. У меня есть какая-то сумма и мечта. Но это не должно быть самоцелью. Самоцель — а что я могу как человек и эгрегор создать и дать этому обществу то, что в итоге принесет пользу. Если из этого мы идем, то деньги обязательно будут. То есть деньги, как таковые, вот хочу получить, это следствие. А первично, что я могу дать? А если человек не может дать ничего, то и с деньгами все будет плохо. Потому что часто, когда мы слышим людей, которые говорят там, у меня долги, я не могу закрыть, у меня кредиты, если их внимательно послушать, то есть там полная неудовлетворенность принятия жизни, да, то есть есть некое осуждение или обесценивание вообще этого мира, то есть обесценивая все вокруг этот мир, ты не можешь ничего создать, потому что этот мир для тебя враждебный. То есть сначала нужно выйти в мир, где он не враждебный, да, а враждебного мира не существует, это значит, у меня есть внутри большой конфликт, и я не могу с этим справиться. И когда человек справляется с этим конфликтом, он уже тогда думает, а что я могу этому миру подарить? Потому что если вы же живете в враждебном мире, то заработать денег вы не способны, потому что, а что я могу создать для этого враждебного мира? Я ничего не хочу создавать. И это такие тонкие вещи, которые человек не осознает, но они на поверхности. Вообще, в принципе, человек не осознает 98% того, что он сам делает или живет. Вот это и называется матрица. Вот мы назвали сегодня тему, да, что как выйти из матрицы. То есть человек, находясь в матрице, он не осознает того, ни своих действий или каких-то явных вещей, которые происходят у него прямо перед глазами. Почему? Потому что некие элементы внутри не сбалансированы, и его восприятие жизни не может быть более расширенным, да? Угу. Хорошо, это понятно. А если вот такая ситуация? Большинство людей, они работают, уже зарабатывают, они устроились на работу, вот где им комфортно, где им хорошо, да? Они вот занимаются любимым делом. Казалось бы, они реально приносят какую-то вот свою пользу обществу. И самому себе тоже нравится эта работа, но зарабатывает не то, что хотелось бы. То есть у него всегда вот повышается. Вот он поставил планку, да, у меня вот, я хочу это. Добился, а у него еще. То есть энергии, то есть они же, деньги связаны, напрямую связаны с энергией. И деньги, как... деньги это и есть энергия. Деньги — это и есть энергия. Да. Дело в том, что когда мы говорим о том, что в теле проходят достаточно энергии, да, то есть если вы говорите о том, нужен ли энергетический потенциал, там не только энергетический потенциал нужен, там есть некие записи внутри наших тел. У нас есть не только физическое тело, да, или подсознание, у нас же есть еще тонкие тела, которые содержат некую информацию, да. Вот когда мы идем по... 5 тел основных, да, у нас есть до казуального тела, это то, что я буду говорить на 3-дневном бесплатном интенсиве 3, 4, 5 апреля, да. И я буду объяснять основу, концепцию этого. И когда мы проходим по вот этим телам, там есть некие записи, вот это и называется путешествие в истинное я, да, то есть если мы говорим про этот фильм, опять матрица, да, там, где человек хотел выйти и познать вот это, что такое не только деньги, потому что вопрос денег, когда вы говорите, я хочу познать, как мне больше заработать, это по сути вопрос, я хочу познать вообще алхимию этого мира, да, как взаимодействовать с этим миром. То есть как эквивалент физики — это деньги. А по сути даже я хочу заработать больше денег, это я хочу понять алхимию, как взаимодействовать с этим миром, чтобы всегда получать то, что я хочу, да. А не получается получать то, что я хочу. Этот мир не про то, что только получать, а что я могу дать, да? И вот когда я говорю, вы говорите, ну, у него там любимая работа, там, он уже определен, да, там, ему нравится это. Это не факт, потому что часто бывает так, что
опять выясняется, например, вот у меня и есть кейс, когда девушка не слышала, потеряла слух, она была у нас на четвертом потоке, восстановился слух, врачи все в шоке, там ухо, горло, нос, да, там врачи, которые отвечают за эту часть, потому что у нас же врачи поделены, у нас же все части тела поделены у врачей. И она, у нее была мечта попасть с самого детства, попасть в компанию, где она хотела работать. И она попала туда. То есть там очень интересная история, как это легко получилось. Она даже не мечтала, не думала, что она сможет туда попасть, но она попала. И через полгода она мне написала письмо, я поняла, что это была не моя мечта, я вообще туда не хотела, я сейчас хочу. То есть она всю жизнь, все 36 лет стремилась туда попасть, попав туда, и она на обучении у меня сейчас, то есть она на пятом элементе, в ашрам она не выходила. Но если бы она была не на обучении, она бы там застряла, думая, что это ее мечта, да, вот что она сбылась. Поэтому мы можем сказать, когда мы на своем месте, если у вас работа, вот отдых и работа, если вы не различаете между ними разницу, то тогда то место, где вы находитесь и работаете, это действительно ваше предназначение, это действительно вы нашли себя. Но если у вас есть различия, вот я сейчас поработал, а теперь мне надо отдохнуть, или я не могу работать 24 часа в сутки на там, где я получаю, допустим, ту денежную, да, энергию, то это не то место, где вы находитесь. Например, я в своей работе могу работать, у меня нет выходных. То есть у меня границы, отдых и работа стерты, потому что для меня это не работа, это некое состояние и жизнь, понимаете? Если вы находитесь в этом, то тогда можно сказать, да, вы нашли то место и свое предназначение, где вам это легко, потому что, по сути, то, для чего мы предназначены, для нас это легко. Это как поспать, поесть, подышать, да? И для меня вот моя работа — это как поспать, подышать, поесть, да? То есть это легко. И для меня нет разницы между отдыхом и тем, что я делаю. То есть, наверное, даже отдых для меня будет чуть тяжелее. То есть, да. И в работе я отдыхаю, понимаете? И можно сказать, что на своем месте. И тогда у вас нету вообще вопроса, как мне больше заработать. Вы зарабатываете ровно настолько, насколько вы отдаете и делаете вклад. То есть у вас может быть цель, да, но вы понимаете, что сейчас, видимо, я не делаю того количества вклада, насколько я могу. И опять это углубление в себя, потому что чем больше мы проходим через слои этих тонких тел, да, тем больше у нас распаковывается эта некая энергия, да, и ограничивающие убеждения. То есть ограничивающие убеждения не только, которые вы записали в этой жизни, а те, которые передались на уровне генов. Да. То есть что такое гены? Гены — это некие записи, да, то есть ДНК, если взять ваш, там будут одни записи, если взять мой ДНК, там будут другие записи. То есть что это за записи? Это информация. Какая информация? Которую нам передали наши предки, да? Именно в этом теле у нас вот такая информация. Что эта информация содержит? Она содержит, по сути, весь их опыт. А сказать, что весь их опыт был идеальный, нет. То есть мы, не выбирая, загружаемся некой информацией, это называется глубокие уже, да, такие программы, которые могут существовать в казуальном теле. И пока мы, ну, как бы все эти тела не пройдемся про них, не осознаем, не проживем, не дойдем до истинного «я», по сути, говорить, что мы можем на большой потенциал выйти, мы не можем про это говорить. То есть большой потенциал — это некая удовлетворенность в жизни. Потому что когда мы говорим «я хочу большие деньги», в итоге что я хочу? Я хочу иметь свободу и удовлетворенность. То есть каждый момент жизни быть удовлетворенным. Да? Вы не можете это сформулировать, потому что у вас в материальном мире это все зациклено на деньги. Вам кажется, что вот завтра я получу то количество денег, и мне придет удовлетворенность. Но это обман, он не придет. Даже если вам завтра дать миллиард человеку, у которого депрессия, он не будет удовлетворен. Мало того, он сделает так, что ровно через год этих денег у него не будет. Почему? Потому что некие записи внутри, они более активны, чем то сознание, что мы хотим. То есть недостаточно «я хочу миллион долларов», допустим, да? У тебя есть некие записи, которые сильнее этого.
да, потому что их количество людей, которые прожило и передало тебе, мало того, записали тебе сразу в подсознание через ваших родителей до 7 лет, они гораздо сильнее. Вот это и называется жить в матрице, когда вы вроде на уровне сознания хотите одного, а все время получается другое. Да? И в этом конфликте вы не знаете, как выйти из этого конфликта. Да, по поводу выхода из матрицы мы с вами чуть позже поговорим, я обязательно задам такой вопрос, но сейчас вот нас смотрит более 500 человек, я думаю, что многие из них, возможно, некоторые, не знаю, но есть такой большой процент людей, когда они не знают вообще, чего хотят. Вот кто-то хочет уже, кто-то что-то хочет уже, идет к какой-то цели, да, а многие люди вообще не знают. Вообще они не понимают, что сейчас происходит в их жизни, как выйти из этого тупика, из такого состояния, да, когда человек не понимает, куда он идет, что он хочет, кто он вообще такой. И ну, это и называется его, матрица. Да, где его предназначение? Знаете, это люди, которые вообще себя не чувствуют. То есть у них настолько атрофированы чувства внутри, к самим себе. И с самого детства у них отбирали их желания. То есть что делали родители? Они за них принимали решения и за них вкладывали чувства. Например, когда ребенок пришел огорченный со школы, да, и у него есть какой-то конфликт с внешним миром, этот конфликт с внешним миром родитель должен разделить. Потому что он взрослый, и он этого ребенка обучает. И показать ему пример, да, как с этим быть. Ни в коем случае не зачеркивать, да, ту боль, которая у ребенка есть. И приходя такой ребенок к осознанным родителям, осознанные родители его обнимут вместе с ним, проживут эту боль, поогорчаются, скажут, что это нормально, что ты огорчаешься. Да, я бы тоже огорчился. Разделят с ним эти чувства. То есть в этот момент ребенку станет легче. А после этого они будут рассуждать и говорить, какой выход из этого есть. И родитель должен сказать, ты не один, я с тобой. Я же твой старший товарищ, как бы, да, вот я старший, и я твою ответственность делю на себя, потому что ты еще маленький, ты обучаешься этому, да. Давай подумаем, что можно сделать. Вот как ты думаешь, что бы ты предпринял, чтобы эту ситуацию решить, послушать ребенка, потом сказать, а я бы, вот, знаешь, наверное, бы, вот, как ты думаешь, вот, какую середину мы могли бы не забирать у него решение еще в том числе, да, то есть выслушать, какое решение он хотел дать. И тогда ребенок понимает, что его чувства важны, и я чувствую себя, что это нормально. Что будет делать родитель неосознанно, и 98%? Он скажет, что ты мне опять придумал, вечно ты вляпываешься в какие-то истории, сколько можно, почему у остальных дети как дети, а ты не ребенок. Да? И чему учится ребенок? Он потихоньку учится тому, что его чувства не важны. То есть он должен быть каким-то очень удобным в этом мире, каким-то хорошим. Да? И я со временем он разучается вообще чувствовать, что у него внутри происходит. И у нас есть целый пласт людей замороженных, как в чувствах, так и в энергиях замороженных. Я их называю замороженные, которых надо отмораживать. То есть им надо потихоньку давать понимание, да, кто он, что он. По сути, заново обучать их тому, что у них есть свои желания, и отмораживать такие куски, большие куски энергии внутри него. И поэтому огромное количество учеников у меня, приходя на обучение, они начинают плакать. Почему? Потому что это те блоки, которые расходятся, да, то есть оживают там, где он в детстве, ему это не позволили. Особенно дети, которые, мы говорим еще о родителях, которые достаточно деспотичны. Вы знаете, что большинство родителей деспотичны, да? Они могут накричать, они могут запретить плакать или запретить даже шуметь. То есть ребенку надо сделать какой-то выплеск энергии, да. То есть он тоже провел день в этом как бы враждебном мире, который родители ему навязывают, говорят, ой, там все плохие, правительство плохое. То есть они обучают этого ребенка к враждебному миру,
И потом его отправляют и говорят, будь хорошим в этом враждебном мире, да, а ребенок, он идет как на войну, значит, в эту школу, да, у него там враждебный мир, потому что ему не рассказали, какой это мир на самом деле. Ему дали одну из концепций, да, что это враждебный мир. И он приходит, как после войны вечером, и детская натура, он хочет попрыгать, побегать, да, выплеснуть эту энергию, а ему говорят, почему ты не сидишь тихо? А почему ты уроки не делаешь? А почему ты... Или, например, начинает его гонять по всем кружкам. И он такой, знаете, хорошенький такой робот в представлении своих родителей, когда он должен выполнять концепции и является частью продолжения родителя. То есть родители, нарушая все его границы, входят в его жизнь и берут его в рабство. И такие, в принципе, не знают ни своего предназначения, ни своих желаний и очень часто живут в очень таких манипулятивных отношениях, что с подругами, что с друзьями, что с коллегами, что с мужем, что с детьми. Там везде, потому что их чувств нет, границы их можно легко проламывать, поэтому они такие удобные для манипуляции. А когда человек удобный для манипуляции, там его нету, понимаете? Он некая программа, которая должна выполнять в угоду других все, что потребует от него. То есть у него программа только одна. Меня будут любить и со мной будут строить отношения только в одном случае, если я хорошая и удобная. У них вот это основная программа. Это у всех, по-моему, в Казахстане, у большинства людей, потому что я у себя даже замечала, что нас как учили вообще и в детстве, и в школе, и в университете. Ты должен быть хорошим учеником. Ты должен быть хорошим человеком. Ты, а то я от полада. Ну, это как бы менталитет у нас такой. И, видимо, и образование очень низкое. Ну, окей. Но человек взрослеет, человек становится взрослым, это все осознает, у него какие-то обиды, и он все с этим работает сам, да, идет к психологу, и он сам работает и так далее. Но все равно, вот все вроде все, нету никаких обид уже, да, к родителям, родители не выбирают, нет никаких обид к родственникам, обществу и так далее. Человек работает этим, а потом вот теперь вопрос, а что мне делать дальше? Где я? Куда я пойду? Вот здесь, если человек приходит к вам и смотрит ваш интенсив и дальше покупает пятый элемент. Я видела сама эфиры, они очень глубокие, настолько глубокие. Я проходила одну медитацию, и люди плачут в основном. И выходят все эти блоки, все выходит. И то есть можно ли, например, с помощью в виде вас, да, мастера, учителя, за эти несколько месяцев пятого элемента найти себя, обрести себя? Это вот возможно ли? Давайте по порядку. Вот несколько моментов я заметила. Сначала вы сказали, да, нас учат быть хорошими в институте и так далее. Хорошим человеком быть хорошо. Это надо быть. Это тяжело, да. Но когда это ты важно. Удобный, да, то когда есть, ты удобный. Ценности должны быть. Но у жертв, у всех, вот тех, кого я до этого дописала, они хорошие в скобках, надо понимать это, да? То есть у них тоже есть понимание, что я вот буду такая удобная, там правды нет, там все это иллюзии, понимаете? Человек, который делает все неосознанно и в иллюзии, он в итоге всегда страдает. А теперь, что касается, можно ли прийти на... Что происходит на моих медитациях? На моих медитациях происходит разное. Кто-то смеется, кто-то плачет, кого-то на ровном месте начинает трясти, энергии так идут, кого-то раскачивает, кто-то проживает что-то, и большинство из них проживает что-то такое, что никогда в жизни не проживали. Что это такое? Потому что, когда я говорю, несколько тел у нас есть, вы всегда акцентрируетесь в вашем физическом теле, да? Физическое тело, оно ограничено, в принципе, само по себе, да, то есть что хочет познать больше, чем физическое тело, что хочет быть безграничное у вас внутри. Вы же всегда понимаете, что есть что-то больше, что я хочу познать, да, то есть в чем страдает человек, я хочу познать это что-то больше, есть что-то такое расширяющее, да, куда я хочу попасть. И вот этот конфликт внутри, он все время звучит, да, но я нахожусь вот в этом мире. В принципе, мы состоим, вообще вся Вселенная состоит из пяти элементов, да, почему программа называется пятый элемент. Мы состоим, вот все состоит из пяти элементов, и мы состоим из пяти элементов. Комбинация этих пяти элементов, как стихии внутри нас, будет означать
вообще, насколько мы удачливы, сколько у нас денег, насколько мы креативны, творческие и так далее. То есть комбинация. И, как правило, есть определенный процент этих комбинаций внутри нашего физического тела, да. И то, о чем вы говорите, да, вот вы говорите, а где мне найти свое предназначение? Вот люди приходят у вас там, а можно ли за 3 месяца найти свое предназначение? За 3 месяца у нас можно вылечить неизлечимое заболевание, которое медицина не лечит, да. Мы можем очень хорошо справиться с физическим телом, с физическим телом. Но когда мы говорим о том, что надо дойти до вот этого пика, да, то есть какой это элемент? Это элемент Акаш. Потому что здоровье стопроцентное, это говорит о том, что мы каким-то образом уже наладили, да, то есть баланс между этими 5 элементами. Но это норма. Опять-таки надо понимать, что это норма. Потому что когда человек приходит больной, это не норма. Вы настолько привыкли, что болеть это нормально, и что каждый может рассказать целую историю о своих болезнях, да, неизлечимых, и хронических, и как дети болеют. Вы в этом привыкли жить, но вы не понимаете, что это не норма. То есть, когда внутри энергии правильно сбалансированы, да, и эти 5 элементов в балансе, человек не болеет. Это некая точка отправления. То есть сначала вы должны дойти до полного физического совершенства. То есть какое? Хотя бы не иметь никаких болезней. И у вас будет понимание потом, когда вы вылечите себя от этого, да, там, например, аденома, гипофиза не лечится. А тут мы, врачи тоже опять, да, эндокринологи сидят, говорят, как это случилось, как... Они даже не могут сразу убрать этот диагноз. Говорят, давайте еще полгода подождем. Конечно, они там удивляются. Ну и через полгода сразу снимают, да. Это только можно было делать операцию. Теперь понимание приходит такое... у человека, который сам это сделал, все подвержено изменению, и на эти изменения я могу влиять. То есть что приходит, да, глубокое осознавание. Не то, что я себя вылечил или я вылечилась. Все подвержено изменению в физическом мире, и на эти изменения я могу влиять. И оказывается, я могу влиять на все, даже на те концепции, когда говорят, это неизлечимо. Или это в неких рамках, да. То есть когда мы говорим, это неизлечимо, что это говорит. Есть некая рамка, за которую ты не можешь выйти, да? И у тебя появляется первое понимание, я могу выходить за эти рамки, которые мне обозначает кто-то, неважно, это был родитель мой, или это был врач, или это медицина официальная, или еще кто-либо. Есть некая рамка, за которую я могу, то есть нормы, да, которые приняты человечеством, я могу выйти за них. Если я могу выйти за это, и я один раз вышел, то в остальном я тоже могу выйти. И тогда какой выход может быть? Ну, может быть выход за рамки всех записанных программ, да, которые мы содержим. Потому что мы не просто так попадаем в определенную семью, там, к определенным родителям. И когда мы выходим за рамки этих записей, это требует время. То есть что может сделать 5-й элемент? Я не могу сказать вам, что вы придете и через 3 месяца просветлитесь, да, и станете понимать свое предназначение. Нет, это путь, некий путь, в котором, пока вы не утвердитесь до казуального тела и не сольетесь, не стерете границы внутреннего и внешнего, то есть что такое внутреннее и внешнее? У вас есть некий внутренний мир, и есть имя, там, дети, какая-то история. Я, как, там, например, Макпал, да, я могу рассказать какую-то историю. И опыт, да, записи, по сути, да, какая-то информация, записанная в меня. По сути, когда мы говорим, у меня 3 детей, я закончила там то-то, или это, или Гарвард, а я там изменила жизнь там стольких-то людей, то есть это некая память прожитого, да, мною, информация, которая во мне есть, да. И являюсь ли я этими записями? Нет, конечно, я гораздо больше, чем эти записи. И тогда где этот гораздо больше потенциал, да, который я могу, то измерение безграничное, которое я могу взять? Это Акаш, это соединение с Акаш. Это некое информационное поле, в котором мы можем черпать абсолютно любое знание, то есть отвечать на любые вопросы внутри себя. Да? И вот это соединение с Акаш вам даст понимание, что я есть безграничный. Но вот здесь есть большой затык, потому что то, что вы сейчас сказали,
потянуло, многие люди там простили, родители поняли, они там уже, да, вот, допустим, проработали, и они такие, а где мое предназначение? Я вам хочу сказать, что понимание логического, что я простил, и проживание это совсем другие вещи. Очень часто вы делаете свою трансформацию на уровне логики интеллекта. Выученность книг или каких-то концепций, которые вы наслушались как где-то, да, там, в Инстаграм, там, вы ко всем подписаны, или начитались там книг много, да, хороших, прекрасных. И у вас есть некая концепция, как правильно надо говорить. Да я не обижаюсь на родителей, да, у меня нет никаких обид. Вас посади сейчас на мою проработку, вы прорыдаетесь так, что вы поймете, что ничего, я никого не простил, я это сделал на уровне логики. Так не работает. Потому что любые знания, которые вне физики, которые в тонком теле, это чувственное проживание внутри себя, внутри своего мира. И тогда границы между внешним, чем дальше вы идете в казуальное тело, стираются, и у вас появляется понимание единства. Вот это понимание единства, когда я не разделен от внешнего мира, да, тогда приходит, знаете, такая мощная сила и понимание тонкого языка этого мира. И тогда у вас не остается вопроса, а где мое предназначение. По сути, человек, который всех простил, у него нет вопроса, где мое предназначение. А он останется только у того, кто это логически познал, понимаете? Иллюзорно это сделал. Да. То есть он сам себя, мозг его обманул, что он это сделал. А по сути он не сделал. У него кучу записей, обид внутри, да, которые он не отпустил. В момент отпускания ты точно знаешь, ты целостный. Из этой целостности у тебя нет вопросов, а кто я и где мое предназначение. Да, да, я согласна с вами. И здесь вот исходит вот такой вот вопрос, как раз-таки связан с матрицей, да, то, о чем мы хотели с вами поговорить изначально. Потому что, ну, мне сейчас 29 лет, и этот вопрос меня очень так интересует. 29 лет, и до какого-то момента, до 23, до 24, я думала, что вот я это дочь, я это вот будущая актриса, я это сейчас певица, и так далее, да. Но проходит время, и у меня все время какой-то конфликт внутри, что да я не понимаю, все это классно, все в жизни моей классно, да, но я и желаю себе это, желаю то. И с детства много желаний сбылись. Эти карты желаний. У меня все сбывается. Прям смотрю, пожелаю себе, и сбывается. Некоторые мечты, конечно, в любом случае они не сбываются. К лучшему, да, все. Но вот такие вот глобальные какие-то, в глобальном смысле, они сбываются. Но потом приходит время, опять новые желания, опять новые желания. Это у всех людей, да, так? Желание за желаниями, и это не кончается. И в какой-то момент я просто остановилась и спросила себя, да это же не делает меня абсолютно счастливым и свободным. Я все больше и больше как будто привязываюсь к материальному миру, да, к людям, к парню, к своему, да, к родителям, да ко всем просто. Своему дому даже к каким-то кольцам, даже к кулону, да, это какая-то привязанность уже надоела просто. Я внутри кричала просто, я не хочу этого, я просто хочу жить свободно. Пусть все будет, я буду играть в эту игру, но чтобы было свободно, чтобы я прям не привязывалась ни к чему, никому. И вот тогда, когда я написала этот вопрос вам, и мы составили вот этот список, да, и мы назвали это «Выход из матрицы», да, вы об этом говорили. И, ну как к этому прийти? Какой путь? Вот я хочу этого. Я на самом деле, вот мое сейчас нынешнее желание, я даже сегодня пост об этом написала, что мое нынешнее желание — это вот избавиться от всех желаний. Представляете? И вот... Это здорово. Смотрите, когда мы хотим всего материального, для нас очень важны энергия Земли. Земля нам дает все, что мы хотим в материальном мире. Это как раз-таки кольца, это наша карьера, это наши деньги, это замужество, отношения и так далее. То есть все в 3D в физическом мире нам дает энергия Земли. У нас 12% энергии Земли. Очень часто люди начинают увеличивать этот процент, да,
присутствие энергии, хотя в балансе он должен быть 12. Но помимо этой стихии у нас есть как раз-таки Акаша, про который я говорила. Это элемент пятый, да. Он выходит из алхимии, из союза четырех баланса элементов. Он не может появиться просто так. Его очень мало у нас, да, 4%, но он все равно присутствует. Эти пять элементов внутри, они живут не по нашим законам. То есть они невидимые, точно так же, как воздух. Или, например, сейчас у нас идут огромное количество фотонов, да, которые передают мое изображение, ваше изображение. Мы эти фотоны не видим, но они существуют. Да? То есть есть много чего, что существует, но наш глаз или мозг в силу своей ограниченности не может это увидеть. Да? И когда мы говорим про то, что вы хотите, вы говорите, я хочу чувствовать свободу вне разных желаний. Потому что кто желает, бесконечно выдает эти желания в погоне за то, чтобы удовлетвориться жизни, да, что в конце концов, что я хочу вот эту свободу и иметь некое такое тотальное спокойствие, да, благодарность и безусловную любовь, не зависящую от того, есть ли рядом со мной парень, есть ли у меня бриллиант и делает ли мой ребенок 36 отжиманий в той позе, в которой я ему сказала, да. И вот это состояние называется побыть в казуальном теле. По сути, это то, что происходит во время медитации. Туда я могу завести через свою силу один раз прожить. Но потом человеку надо самому топать туда, да, через очищение своих трансформаций, через своих вот этих тел, да, к своему истинному я. И когда мы центрируемся в казуальное тело, это то, что я буду говорить на интенсиве, это будет третий день, то у нас происходит состояние не временное из-за что-то, а состояние благодарности постоянно. То есть жизнь и энергия начинают протекать, и Акаш, да? Процент Акаш увеличивается внутри нас, как пятый элемент, и тогда мы становимся безграничными. В момент, когда мы становимся безграничными, мы начинаем видеть реальность так таковой, то есть как она есть. И тогда мы понимаем, что такое какой-то объект с бриллиантами, что мы хотели от него иметь. Мы хотели получить какой-то статус эго, что мое желание даже сбылось, это тоже эго, да? Все мои желания сбываются в материальном мире, это тоже какое-то эго, да? И при этом у меня нет этой внутренней свободы. И тогда, когда мы концентрируемся вот в казуальном теле, вот в тонкое тело, невидимые тела, о котором мы говорим, энергетическое, то есть до казуального тела там мы должны пройти ментальное, эмоциональное, энергетическое, да, там еще разобраться, что такое интеллект, ум, да, например, и эго, это же разные вещи тоже. То есть там дорога такая, как лабиринт, как вот когда мы смотрим фильм «Матрица», что по сути, когда дают ему таблетку красную или синюю, это по сути... Ты выбираешь трансформацию или не выбираешь? Ты хочешь пойти по пути трансформации? И когда он выбирает таблетку вот эту, он говорит, да, я хочу пойти по пути трансформации. Это надо увидеть внутри себя все то отрицательное, негативное и злое, да, всю темноту свою, встретиться со всеми своим паттерном и это принять. То есть почему потом они едят какую-то кашу безвкусную, да, потому что это все... Все, что ты приукрашивал в своей голове, да, все, как ты это придумал или иллюзорно не видел под своим носом, да, с этим надо разобраться. А это порой иногда тебе надо и проплакаться, и понять, что ты никогда не был прав, по сути, а ты всегда считал, что я права, или там, да я же самая умная, да почему он так делает? То есть у вас концепция, что я лучше всех знаю, и вы вдруг начинаете видеть, не понимать, а вы прям начинаете видеть и браться за голову, говорить, почему я решила, что я здесь права. И вы начинаете видеть, что ваш ребенок, оказывается, действительно был прав, а муж, оказывается, совсем другой, чем вы себе придумали, понимаете? И жили с этой концепцией. И у вас начинают как бы вот такие шторки падать, и в какой-то момент вы сидите и думаете, боже мой, а кто я? Вот этот момент самый классный, да? Потому что в этот момент вы уже понимаете, что, оказывается, вы сами себя никогда не знали, что есть некие программы, что вы можете так классно заблуждаться, причем оправдывать свои эти заблуждения и стоять за эти заблуждения, и тратить огромное количество энергии, чтобы отстоять это свое заблуждение, да? Вы готовы поссориться, рассориться там, и пойти на крайности ради этих заблуждений. И вот это...
вдруг вам становится очень явным. И потом вы начинаете видеть все свои программы. Вы разговариваете, и получается, что внутри вас появляется наблюдатель и тот, который делает. То есть, по сути, появляется такой, знаете, скульптура — это вы, и скульптор, который делает эту прекрасную скульптуру, это тоже вы. Но в этот момент между ними есть огромное внимание. А это ключ ко всему. Потому что не хватает тем людям? Внимания. Они на автомате, как в этой матрице, делают кучу всего. Ну, поел, поспал, встал, пошел, сел, что-то сказал. Концепция друзей такая. Ну, друзья должны быть, значит, имеем друзей. И не важно, что мы, что это далеко не друзья, да. Там, друзья бывают тоже разные, да. То есть очень много заблуждений, в которых человек теряет свою энергию. А как он может дойти до своего предназначения, если он все время по этим программам бегает? Они гораздо сильнее, автономнее, чем его сознание. У него бывают проблески, ну, что-то так не так живу, что-то почему у меня нету. У него начинается сравнение, почему того есть это, а у меня нету этого, да. И это уже говорит о том, что человек глубоко не в осознанности, то есть мудрости, знания не хватает. И когда мы говорим, что мы попадаем в это казуальное тело, вот там появляется отвязка, то есть все оковы, про которые вы говорите, они спадают, и стираются все границы привязанности, понимаете? После этого вы чем-то обладаете, сейчас вы этим обладаете, но завтра, если вы не будете этим обладать, то ваш внутренний мир и этот Акаш настолько интересный, что вы из-за этого рассыпаться не будете. Вы не будете головой биться об стенку и, мягко говоря, говорить: «О, как же так там, я потеряла где-то что-то». Да? То есть это будет проживание легко. И даже если это будет, вы это в моменте, в 3 минуты проживете, вот эту печаль или грусть. Это мы не говорим о том, что после этого все становятся такими улыбающимися, позитивными болванчиками, да, которые там. Вас же еще учат вот этому позитивному позитиву, когда вы еще дальше загоняете нечувствование себя. Да? То есть вы говорите, вам надо улыбаться, позитивный человек или негативный человек. Вот позитивный позитив — это еще хуже, чем человек негативит, да? Потому что там он совсем загоняет весь свой негатив туда, он начинает играть некую игру такую, знаете, я позитивная вот такая, раздваиваясь внутри, да, на две противоположности, которые потом вообще сложно соединить. А мы говорим «сила в единстве», да? То есть принять эти две части, а они начинают отдаляться друг от друга. И поэтому... Конечно, постепенно, когда вы утверждаетесь в казуальном теле, вам все появляется тихая радость. Это не радость такая, когда вы, знаете, скачете, прыгаете, там, орете, кричите, вяжите, как это принято, да, и бежите в Инстаграм и показываете эту свою радость. Она постоянно у вас внутри, что бы ни происходило, да. И вы утверждаетесь в этой тихой радости, но при этом полностью все оковы спадают, нету привязанности ни к чему. Надо опять-таки понимать, что и есть при этом полное принятие. То есть противоположности в полном единстве, но вы не привязаны. Вы все принимаете, но вы не привязаны. И вы уважаете с этого момента выборы всех. Даже если они не соответствуют нормам, общепринятым в социуме. Понимаете, вы начинаете понимать каждого, и у вас нет осуждения. Например, когда ко мне приходят, какую бы мне историю ни рассказали, у меня нет осуждения к этому человеку. А он может быть прав, не прав. Для меня это не важно. Он приходит с какой-то информационной историей, и я не оцениваю эту историю, потому что я понимаю глубоко, что в большом понимании этого мира мы все взаимосвязаны. Да. И проживание опыта другого человека, вообще опыты даже нам не принадлежат, опыты принадлежат Акаш, да, то есть некому информационному такому хабу, где все сохраняется. И вот способность концентрироваться в этом казуальном теле, это говорит о том, что с этого момента у вас есть прямая связь с этим большим или с вашим высшим Я, где уже все ответы вы будете получать только внутри. То есть у вас никогда больше не будет вот этой беготни с протянутой рукой, с вопросами, а как, а где, а что делать. Вы знаете, очень часто даже взрослые люди, меня что поражает, вроде мама успешные, там, образованные, там, что она только не закончила. Опять это вот этот логический, да, процесс. Потому что логический процесс не равно мудрости. То есть логические, интеллектуальные люди,
они могут быть очень бедовыми, да, как правило, бедовые, потому что они очень в этих рамках зациклены. У них, в принципе, выйти в свой потенциал очень сложно, и, скорее всего, они никогда не выйдут, да, то есть вот этих вот интеллектуалов, которые вырастили, да, вот таких вот черно-белое, это очень сложно. И при этом они могут быть профессорами, там у них могут быть там 10 языков, еще что-то, но они полностью не чувствуют себя. Вообще у них есть какие-то такие правила, да, общепринятые, в которых они двигаются. И таким людям, в принципе, выйти в тонкие тела сложно. То есть вообще воспринимать тонкое тело сложно, да. То есть они не ощущают его. Они такие, знаете, как некие роботы, напичканные некими программами, да. И когда мы говорим, вот это высшее я, вот этот акаш, который я могу прожить вселенную внутри себя. То есть есть некая вселенная внутри нас, есть вселенная снаружи. И границы, когда спадают, что такое оковы? Что такое я хочу свободу? Что такое я хочу, как бы для меня желания, я хочу, чтобы они закончились, но при этом они будут, но я буду к ним по-другому относиться, да? То есть мы же не можем без желания. Пока вы в физическом теле, у вас желания будут. Вы будете ходить в туалет, вы будете хотеть есть, спать. То есть это невозможно быть в физическом мире и не иметь желания. Это нормально, самое главное. Другое дело, как я к этому отношусь. Да, да. Получая эти желания, получаю я их или не получаю? Есть ли во мне эта тихая радость, которая не зависит ни от кого? Вот в этом же вопрос. И тогда, когда спадают эти оковы, границы между внутренним моим миром и внешним миром, да, вот это называется единство. Когда вы поддерживаете с этого момента в каждом своем шаге в своей жизни, всем и каждым элементом этого мироздания, понимаете? То есть тогда мы говорим о том, что нужно сделать? Сонастроить внутри себя все системы таким образом, чтобы все антенки были правильно настроены. И вот этот писк, когда радио, вы знаете, да, когда радио не могло поймать, да, вот эту волну, а все волны настроены так, что звучит красивая вибрация, музыка вашей жизни, понимаете? Она красивая, она не с писком, не с громом, не с какими-то звуками, которые просто режут внутри вас, да, а все сонастроено. А это труд, это трансформация. То есть вам надо и тело, сначала тело сонастроить, потом тонкие тела, дойти до казуального тела. А это требует процесса, и порой это требует несколько жизней. Поэтому что такое пятый элемент, когда люди приходят и делают вау? Я вам могу сказать, что в такие, наверное, кратчайшие сроки, то, что происходит у меня на программе, я еще нигде не встречала. То есть вот прямо, чтобы это было... Вы поймите, что это не за 9 месяцев, да? Порой это происходит ровно в 2 месяца, когда человек решает какую-то болезнь, которая не лечится вообще, да, в принципе. То есть врачи же у меня, 30% врачей ко мне приходят, они сидят и думают, кто он вообще, что это такое. Они приходят на обучение, да, и понимают, что помимо того, что есть базовые науки, как квантовая физика, нейробиология, нутригеномика, да, эпигенетика, нейробиология. А как это у вас получается? Мне очень интересно. Потому что, когда вы начинаете взаимодействовать с этими 5 элементами, понимаете их, и вы находитесь в казуальном теле, то с этого момента вы становитесь мистиком. То есть мистиком. Вы мистик. По сути, о мистике я про это не говорю. Я первый раз озвучила. Вы знаете, я это почувствовала, когда год назад я смотрела ваш эфир. Вы говорили про самадхи. Не помню, с кем эфир был, но у меня такая дрожь бывает, что мурашки по коже бежала. Да. Просто. Я так смотрю и думаю, о боже мой, какая энергетика спокойная, как будто человек умиротворен, как будто гармония внутри. Снаружи, везде просто гармония. И это передается через экран, на самом деле. А люди, суета же везде, суетливые. Надо успеть то, надо то. И вот когда смотришь ваши эфиры и думаешь, вау, значит, что-то здесь... Я сразу себе сказала, она мистик, ребята. Ну,
это уже бесполезно скрывать, потому что все кейсы, которые произошли вот в открытом поле, то есть я очень долго давала в закрытом, да, поле, то есть у меня были там частные клиенты, которые приходили, частно, тихо все исправляли, получали и не распространялись, потому что как бы ключи к таким людям надо, ну, как бы они не хотели, чтобы это, возможно, у всех было. То есть вот это же существует, что я исправила, да, а теперь не хочу, чтобы кто-то дошел до меня. Когда я стала это массово давать, уже через 12 лет, это после коронавируса, то эти кейсы, они как бы всплыли, да, и их уже бессмысленно скрывать. И я думаю, мне да. Уже... Вы знаете... И когда мне врачи откровенно, сами врачи откровенно говорят, ну, слушай, мы понимаем, что ты опираешься на эту науку, что ты очень образованная, что ты там, да, там, мы признаем, да, что ты профессионал своего дела, но мы же понимаем, что в этом есть еще что-то большее, да. То есть мы не можем это объяснить, но мы понимаем, что есть еще больше. Да. И я понимаю, что уже как бы скрывать это и смысла нету. Но это, знаете, что такое мистик? Это, по сути, когда мы говорим, что наука — это тоже как бы современный язык мистицизма, да, как говорят там прогрессивные сейчас там, врачи или нейробиологи и так далее. Мистицизм — это то, что вне вот этих рамок и ограничений, да? То есть когда мы можем в расширенном сознании увидеть больше, чем есть в реальности. А мы действительно никогда не видим того, что мы не прожили. Допустим, когда Америку захватывал Колумб, индийцы, видя огромные корабли, их было огромное количество, они не заметили их и не защищались. Почему? Потому что в их сознании они никогда не видели корабли. То есть они не считывали эту информацию, как что-то к ним приближается, вы понимаете? То есть они смотрели на это море и ничего не видели там. Почему? Потому что в их сознании этой информации не было. Для них было полной неожиданностью, что на них напали. То есть они даже не защищались. Да? Mm-hmm. То есть мозг не может воспринимать того, что он не прожил. Он очень ограничен, по сути. А то расширение, которое вы всегда хотите, оно вне тела, понимаете? Когда мы говорим обладать и регулировать эти пять элементов, по сути, я не даю на уроках, это так, как я сейчас здесь рассказываю, да, там просто ты делаешь, у тебя все получается. Потому что если это все рассказывать, это мы потеряли бы 5 лет, а сейчас нет 5 лет. То есть, по сути, человек, который неизлечимо болен, если он 5 лет будет понимать теорию, там, в логику уходить, ему надо потом из логики выйти, да. Я ему сказала, так я за тебя все уже прожила, все знаю, как это работает, ты не теряешь время, ты просто делаешь, да. И в процессе, когда он делает и проживает, он понимает, что вау, это у меня получилось. Вот я получила анализы там или там, ну, у нас же не только анализы, там, отношения, да, там, если кто-то с кем-то не разговаривал, вдруг они после медитации, она встает, идет и мирится, да, там, если они там плачут, обнимаются, или там были проблемы с деньгами, вдруг деньги начинают, да, там, исправляться. Там человек вчера жил где-то там чуть ли не на улице, и к концу потока он живет в своей квартире и полностью расплачивается со своими долгами. То есть там много разных историй про жизнь, да, не только про... Но наша голова больше воспринимает вот это. Ой, неизлечимо болен и вылечился. Вау, да, это кейс, да. Но по сути, вот таких же мелких вещей очень много, когда даже мама, работая над собой, может вылечить своего ребенка, да. Что это такое? Это же мистицизм, на самом деле. Да. Я как-то в одной книге читала, что мистицизм — это на самом деле реальность, да, а то, что мы видим, вот этот мир, это иллюзорный мир, это иллюзия, и наука — это часть иллюзии, и вот это все в рамках, мы видим это внутри рамки, а вот этот мистицизм — это и есть, по сути, Если взять прям глубоких ученых, которые поменяли этот мир или которые получили Нобелевскую премию, и даже вы можете набрать их, почитать их цитаты, в итоге вы поймете, что они были за рамками этого физического мира, и они будут говорить про то, что я говорила в том числе. Потому что я знаю даже врачей, которые там работали в Стэнфорде, да, делали большие открытия,
в какой-то момент они разворачивались, уходили, потому что они понимали, что наука не может познать всего. Понимаете, вот даже в Гарварде, когда я обучалась, у меня один вопрос был. Ребят, мы же даже свою клетку не познали на 25%. Потому что часто они говорят, ну вот это вот так вот происходит, а почему так происходит, мы не знаем. А здесь вот дальше мы не изучили. И то есть вот любую науку какую-то не возьмешь, там физиология, там, или генетика, да, или биохимия, или там иммунология. В иммунологии просто там, ребят, вот клетки вот так вот, киллеры, да, там в какой-то момент там клетки, киллеры есть, которые там начинают делиться, да, и этот процесс невозможно остановить. То есть все, вирусы все убиты, а эти размножаются, киллеры. И потом они начинают атаковать живую ткань, да. А почему так происходит, мы не знаем. Это, по сути, вот аутоиммунные заболевания все, да. И вот это очень много мы не знаем, у нас нет ответа. И я вам хочу сказать, что наука, она никогда не сможет познать человеческое тело. Никогда. До конца не сможет. Потому что мы настолько сложная и прекрасная машина, которую мы можем познать только сами, через те древние практики, которые сегодня подтверждаются квантовой физикой, и даже на основе тех наук, да, вот то, что было описано тысячи, там, несколько тысяч лет назад, сегодня ученые получают Нобелевские премии, потому что у них есть возможность доказать это через аппараты, которые сегодня существуют, да. А сейчас выйдет квантовый аппарат, мы очень многое сможем понять. Так, например, наркоз у нас уже будет не общий, а мы можем сможем один нерв, например, загасить, да, и сделать операцию, человек не будет чувствовать боли, потому что нейронные связи настолько быстро бегают, что сейчас нет вычислительных машин, которые могли бы это посчитать. Но с появлением квантового аппарата, который появится вот буквально 2-3 года максимум, да, то есть у нас еще будет большой такой прогресс и скачок. То есть мы живем в таком, знаете, мире сейчас, в коридоре перемен, да, таких очень сильных, которые будут преобразовывать человечество. Еще 5 лет или 7 лет, и вот в этом ускоряющемся, изменяющемся мире, который все время меняется. Заметьте, я вам говорю, физический мир постоянно изменяется, да, но вы этого не замечали. А вам сейчас это показывают, как мир может измениться. Вот сейчас вспомните мир, который был 4 года назад. Да. Это был абсолютно другой мир, чем сейчас. И сейчас мир, он абсолютно другой, чем в коронавирус. И буквально через 2 года, мы, когда посмотрим на эту точку, это будут совсем как будто разные миры, понимаете? То есть, если бы кого-то там поместили 10 лет назад, время, когда у нас был коронавирус, он бы сказал, да это невозможно. Да как это, мы все сидим по домам, и да, люди умирают, и медицина не может справиться, да? Он бы сказал, что это невозможно. А если, например, человека, который 100 лет назад жил, поместить его сейчас, в это время, и он сейчас нас увидит, что мы тут через телефон общаемся, он сойдет с ума, потому что его логическое, психическое эго не выдержит того, что он увидит. Он подумает, что он попал куда-нибудь там, каким-то фантастом, да, каким-то там инопланетянином, может быть. Да. И так далее. Ни фильтров он не поймет, ни вот этих сердечек, которые из меня сейчас, да, мультфильмом идут. То есть у него будет разрыв внутренних всех систем. Поэтому все эти изменения, первое, что мы их можем принимать. Во-вторых, в этих изменениях всегда есть сила, которую мы можем забрать, и надо это уметь делать. Это вот называется научиться этому мастерству, да. И в-четвертых, принимая все это, создавать свое, да, познавая себя. То есть надо научиться взаимодействию не только в физическом мире, но и с тонким, с акаш, потому что все эти 5 элементов, которые внутри вас, из которых вы состоите, баланс этих 5 элементов будет как минимум говорить о вашем 100% здоровье, а как максимум, если вы начнете один из элементов акаш, например, увеличивать, то ваше сознание будет настолько расширяться, что вопросов, где мое предназначение, оно не будет. Вы будете в таком потоке творить, что вам и отдыхать не надо будет, понимаете? Вы будете спать только потому, что уже пришло время поспать, и вам надо поспать, а не потому, что вы устали или у вас нету сил. Порой я иногда засыпаю, думаю, ну опять уже, ну почему у меня нету там, что это? Когда некая творческая креативная энергия тебя постоянно подпитывает вне физического, да?
То есть физическое тело, когда мы, ну, такие очень логичные, интеллектуальные, такие физические, да, и мы питаемся также, там, у нас такое мясо, бешбармак, алкоголь, да, там, поесть сладкое, все такое заземленное, физическое, хочу, ем, да, без никаких глубинных, тонких пониманий, как это правильно делать, то в этом всегда будут страдания. То есть вопрос, где... То есть человек может даже на автомате жить, но он всегда будет неудовлетворен и будет страдать все время. А можно такой вопрос, вот раз уж мы заговорили о мистицизме, да, и сколько этим древним практикам лет, которыми вы обладаете? Следующий вопрос, он сразу же идет. Вот, вы передаете эти знания вот на вашем курсе, да, вот пятый элемент, или вы все-таки тоже еще и обучаете этому, то есть берете учеников на долгосрочное уже, как это делается? Нет, я пока не обучаю учеников, я обучаю людей тому, чтобы они справлялись со своими задачами в своей жизни, да. Но я не беру пока себе учеников, чтобы прям передавать им то, что чем я обладаю. Но есть план, да, у вас? Я думаю, что я этим займусь, может быть, через лет 10-20, потому что, знаете, это большая сила. Нужно понимать, что это большая сила. И ученик должен пройти через множество испытаний. Да? То есть я должна увидеть его ценности. Когда мы говорим «хороший человек», это ценности. Знаете, очень удобно быть хорошим до момента, а как только пришли испытания, да, отойти в сторону и совершить предательство. Поэтому я наблюдаю за некоторыми учениками, но то, насколько они мне покажут свою целостность, да, там, преданность или свои ценности, то есть я с ними должна пройти не один год, увидеть их историю, понимаете, увидеть их кейсы, какие они. И, может быть, через 10-20 лет я действительно возьму троих учеников, которым я буду передавать, да. Потому что для вас, для очень многих в мире эти знания, ну что там, передать? Это большая ответственность. Почему? Потому что, когда я объявляю, ты мой ученик, и, например, ученик принимает меня как учителя, мастера, да, у нас кармическая связь до тех пор, пока этот ученик не просветлится. То есть наша кармическая связь будет и в следующих жизнях. Да, да. Это больше, чем выйти замуж и родить детей, вы должны понимать это. То есть то, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю свою ответственность, прежде всего, и ответственность тех людей. То есть вполне возможно, что в следующих жизнях я буду их учить жестко для того, чтобы они вышли, да, в самадхи или вот это просветление. Поэтому, зная это глубоко... А может, вы в прошлых жизнях были учителем и продолжаете, да, кто его знает? Я была точно однозначно учителем, потому что есть у меня, ну, люди, которые иногда сидят и не могут даже воздуха, да, там, вдохнуть и три слова вымолвить, три часа могут сидеть смотреть на меня, потому что какие-то отрывки иногда нам показывают из прошлой жизни, иногда есть такая способность увидеть. И увидев меня первый раз, они понимают, что я их обучала в прошлой жизни. Да? Ну, разные вещи бывают. Поэтому слишком я не люблю рассказывать про вот такие вот мистические опыты. Да? Я их, в принципе, не описывала. В книге своей пишу, как это происходит. Это точно однозначно не происходит с закрытыми глазами. Единственное, я вот это могу сказать. То есть, когда мы говорим способность расширенно видеть в реальности, это действительно с открытыми глазами. Да? То есть, по сути, если вы не видите ультрафиолетовые лучи, а потом вы начинаете видеть излучение телефона, например, это расширенное сознание такому, чтобы понимаете, да? Да. Угу. Хорошо. И отсюда же выходит другой вопрос. Про сверхспособности, да, вот вы сказали, что каждый увидит, да, не у каждого есть ясное видение, не у каждого открыт третий глаз, да, но это же так интересно, боже мой,
Наверное, все хотят этого добиться когда-нибудь. Может, и не все. А вот как развить или стоит ли вообще развивать сверхспособности? Я сейчас как бы утрирую этим словом, но это на самом деле, я думаю, сверхспособности, когда ты что-то ясно видишь, да? Или просто вещи сны. Люди просто не обращают, возможно, внимания, но у них есть вот связь, да, со своим высшим «я», с тонкими телами. Но они как-то не осознают, да, вот они дают как бы сигналы через сны, через сигналы, через интуицию, да, но люди как-то вот ходят и ходят. А нужно их развивать? А если нужно, то как? Знаете, очень часто, люди, которые идут в духовность, то есть когда мы говорим «я хочу все иметь в физическом», да, то есть мы понимаем, с какими энергиями надо работать, да, вот в физическом теле. Когда мы говорим «я хочу духовно», да, расти, вот то, о чем вы говорите, открытие там третьего глаза, самадхи, потому что третий глаз, ясновидение, это переходной момент к самадхи, да, то есть одно без другого не бывает, то есть это промежуточный момент. И когда мы говорим об этом, то есть что такое сверхспособности? Сверхспособности могут раскрыться только тогда, когда мы идем по духовному пути трансформации. Когда мы говорим духовный путь, это не религия, это тоже надо понимать. Да. То есть религии, они дают концепции какие-то, да, но духовность может существовать вне религии, и есть определенные практики, которые нас ведут. По сути, это понимание самого себя как инструкция, по которой ты познаешь самого себя и доходишь до истинного «я», да. И вы говорите, я хочу вот эти сверхспособности. Что такое сверхспособности? Когда человек может сам себя излечить от неизлечимого болезни, это сверхспособность, нет, правильно? Конечно. Да? То есть я научился исцелять самого себя. Вот когда мы говорим вот эти сверхспособности, есть 8 сверхспособностей ситх, которые говорят о том, что человек был в самадхи. Один из них — я могу сам себя излечить без врачей. То есть я настолько связан со своим телом и со своими системами, да, я настолько соединен с ними и настолько соединен с Акаш, что я знаю, как это сделать. И большинство, которые закончивают пятый элемент, они хотя бы одну ситху, да, как самоисцеление. И это не говорит, что они завтра смогут исцелять всех, это не про это. Потому что исцелять всех — это совсем другое. И сама себя исцелить — это совсем другое, да. То есть они же с помощью меня делают, да. То есть я им на этом пути помогаю. Но можем ли мы говорить, что он молодец, и у него появилась какая-то сверхспособность? Конечно, это же его работа вместе со мной, да? То есть все равно ему пришлось трудиться. А у кого-то не получается. Почему? Потому что у него не хватило внимания, концентрации, вот этого вот намерения, да? И таких сверхспособностей несколько. И к ним идти очень интересно. Но это сопряжено с духовным ростом, то есть именно с этой трансформацией. То есть человек может жить в физическом, в очень тяжелых энергиях, где у него всегда будет погоня за деньгами, хочу больше, выше, еще, я умнее, я лучше, я знаменитее. То есть там будет все время агония, и там в итоге все закончится с какими-то там маниакальными депрессиями, да, то есть каждый в своем проявлении. Кто-то будет очень бояться старости, кто-то будет очень бояться потерять свои деньги и будет на все идти, кто-то будет очень сильно страдать и разрушаться, болеть и через болезнь самого себя наказывать, потому что дети не соответствуют ему мировосприятию. То есть там в итоге всегда в конце будет некая трагедия и мучение, да, страдания, в которых этот человек уйдет. То есть, когда мы очень сильно закореняемся в физическом мире, все это приводит... И это не говорит о том, что вы не должны быть богатыми. Нет, вы должны быть богатыми. Я хочу сказать, что духовно развитый человек, он всегда богат и изобилен. У него все это приходит легко, без всяких драм, потому что у него не самоцель все это иметь, у него самоцель, познавая себя, делать вклад в других, да. И вот эта самоцель, она приносит ему все. И деньги, и квартира. Например, если взять моих учителей, они все миллионеры, у которых за 100.
там, миллионов, понимаете? Вот это и есть, конечно, монахи, которые отказываются от этого. Это следующая стадия, я хочу вам сказать. Отшельничество. Следующая стадия. Нет, это не отшельничество даже. Это, вы знаете, такое сознание, это люди, вы должны понимать, что, кто такие монахи, которые не хотят изобилия. Они приходят в этот мир, нет, они уже реализованы настолько, что они могли бы не возвращаться. То есть у них слияние с бесконечным, да, уже произошло, они самадхи прожили. Но есть мастера, которые специально перед уходом делают, косячат что-то, косячат, это значит, берут какой-то грех на себя перед, специально, чтобы вернуться еще раз, да, и дальше преподавать, да, там, обучать. А есть те, которые довольны всем и уходят. Но их могут вернуть сюда, чтобы они передавали знания. И вот они настолько реализованы, что они удовлетворены всем, у них нет привязанности. Все, что они хотят, их задача передать знания, да, человечеству. Поэтому вот есть монахи, которые не должны быть одеты больше, чем на $1. Это их не то что аскеза, вы должны понять, что для них это не мучительно. Да, да, да. Потому что как все думают, ой, он бедненький, он ради нас мучается, не ест, не одевается. Да ему класснее всех, да. Понимаете? У него вот эта вот тихая радость, вообще он удовлетворен и счастлив больше, чем все остальные, да. Но это состояние, это наивысшее состояние, и это практически даже не... люди, да, они такие в очень высоких вибрациях, которые могут действительно далеко повести в трансформации. А есть вот другие мастера, да, тоже они реализованы, но у них, например, есть Rolls-Royce, там у них есть Rolex там, и так далее. И определяет ли их это? Нет, они спокойно могут и без этого, да. Но пока им это интересно в материальном мире, и они взаимодействуют как с материальным, так и с Акаш, понимаете? Вот я учу своих взаимодействовать и с материальным, и с Акаш. То есть я не говорю, вы там завтра станете у меня духовными, лысыми, там, все будете отдавать, да, там, хорошими и так далее. Нет. Я говорю, вы родились в этом материальном мире, не каждому дано это передавать, не каждому. Надо понимать, что там меньше 0,0001%, когда человек может передавать эти знания, понимаете, это сверху дают этот шанс. Не то, что шанс, а некий ордер, это как заказ, да, ты обязан это выполнить, и все, тебя не будут спрашивать. Если ты не будешь это делать, то ты будешь попадать в разные приключения, потому что тебя сюда послали именно ради этого. Но те, которые вот я обучаю этому. И поэтому в физическом мире надо жить, потому что вы пришли в физический мир, да, и правильно с ним взаимодействовать, но не застревать в нем, потому что в итоге, как сознание, как душа, вы не из физического мира, понимаете? И тогда вы должны быть мастером, как мне духовно расти, трансформироваться, не останавливаться в своей трансформации, иметь эти сверхспособности, которые будут вам помогать в этом материальном мире. И в то же время в материальном мире жить хорошо, понимаете, взаимодействовать с материальным миром. Вот этому искусству я учу. То есть, и когда вы мне говорите, а есть ли у вас ученики, которым вы передаете, то есть мои ученики, это уже немножко будет отрыв от материального, понимаете, да? А отрыв от материального я буду устраивать где-то в свои 70. Когда я и так человек, ну там, для нормального человека я в многих аскезах живу, для нормального. Для нормального человека будет казаться, ой, она, наверное, страдает. Нет, я не страдаю. Для меня аскеза — это некая норма, там, правильно питаться, да, там, не курить, не пить, там, медитировать 7 часов в день, делать там какие-то сложные асаны и медитации, да, то есть там, для меня это норма. То есть для меня это некий кайф. И у меня нет такого восприятия мира, как, например, у большинства, 95% людей, да. Для меня выбор всегда, пойду я куда-то на праздник или в ресторан с кем-то или нет. Потому что для меня это не с человеком пообщаться, это взаимодействие с какой-то энергией. И он будет сидеть со мной за столом практически в моей энергии. Вы же понимаете, что моя аура, она не как у обычного человека, да, там, на ширину вытянутых рук, она гораздо больше. То есть этот человек будет практически сидеть в моей ауре, в моем энергетическом поле. Тогда, как эгрегор, он в чем будет, как кто он, как информация?
понимаете? Я не могу себе это позволить, потому что у меня есть ученики. Я там должна звенеть, понимаете, на высоких вибрациях быть. А стоит мне с кем-то посидеть, кто не на уровне, да, он будет с моей аурой сидеть, потом мне надо 3 часа тратить на то, чтобы это все вычищать, чтобы сделать качественную работу над учениками. Поэтому это всегда выбор, да. Можем мы сказать, что это аскеза? Да, мы можем сказать, что это аскеза. Да? То есть я очень часто, в большинстве случаев отказываю. Даже ученики говорят: о, ты приехал в Нью-Йорк, можно с вами встретиться? Нет, нельзя, потому что я не развлекаюсь, я не блогер. У меня действительно ответственная большая работа. У меня заходит поток, я понимаю, что этот болеет раком, а этот парализован. А здесь вообще крайняя ситуация. А здесь, если мы вовремя не сделаем работу, то ребенку соски отрежут, да, там еще что-то. А тот ребенок должен задышать, а здесь он должен не умереть там. И я же это все считываю, да, и мне нужно сделать определенную работу. А если я буду развлекаться там, вот такой как бы жизнью жить, как все, я не смогу это делать. Я очень тонко отношусь к своей энергии. Поэтому для многих это будет страданием, потому что для многих очень важно встретиться со всеми, поговорить, да, он же неосознанный, им очень важно слить куда-то, да, или подпитаться энергией, то есть зачем мы каждый раз встречаемся с людьми, нам надо или от них подпитаться, или мы должны как мусорное ведро в них слить что-то, ну, пожаловаться, там, посплетничать, порассказывать что-то, да, а вот это вот так вот, там, слили энергию, сил нет, пришли, упали, уснули, да. Там, как бы вычистили, на самом деле вы просто ее размножили. Такое бессознательное размножение негативной энергии в поле. А есть вот, когда вы приходите, жалуетесь, и вдруг начинает за вас: а ты сделай так, а вот ты сделай вот так. Человек такой сердобольный, он начинает вливать в вас энергию, а вы сидите там, и это все получаете, и вот так: хорошо, теперь можно, да? И так, то есть люди часто встречаются друг с другом для того, чтобы или высосать энергию, или слить негативную энергию, потому что уже нету возможности все, весь этот негатив держать. Да? Почему они говорят: ой, встретилась с подругой, ей все рассказала, мне стало легче. Что она сделала? Она уже вот этот, все, что у нее в умственном процессе, эмоциональном происходит, все эти токсины, да, она не может уже переваривать, ей надо куда-то это выгрузить. Она и как бы, или это вы доноры, или вы часто мусорное ведро. И если вы посмотрите все свои встречи, даже вчерашние или позавчерашние, вы увидите, что это так. А чему я учу? Я учу тому, что человек сам справляется со всем этим. Во-первых, он должен распознать это. Во-вторых, он должен знать, как это все вычистить, не нарушая баланса вовне, да, потому что вот это понимание единства. В себе ты мусоришь или вовне ты мусоришь, ты, в принципе, делаешь плохо себе. То есть на этом не заканчивается все. И из этого сделать хорошую качественную энергию, потому что любая негативная энергия — это тоже энергия. И мы можем ее преобразовать и забрать себе. Да? То есть, когда мы говорим, что такое человек со сверхспособностью, это тот человек, который нигде не теряет свою энергию. Нигде, ни капельку. Он мастер в этом, понимаете? Для него энергия — это самые большие деньги, самые большие отношения, это самое большое долголетие и все, понимаете? Для него валюта самая ценная в этом мире — это энергия. И поэтому он эту энергию умеет не терять ни в каком моменте в своей жизни. Тогда у него потихоньку будет появляться сверхспособность. То есть, а с чем это связано? С вниманием. Да, помните, я говорила, внимание — это ключ, концентрация, когда внимание очень долгое. Когда мы внимание можем держать хотя бы 11 минут, да, это концентрация уже, а потом происходит медитация. То есть медитация — это не то, что вы сели, закрыли глаза. Это некий навык быть концентрированным. Люди, которые по-настоящему медитируют, они могут пласты информации запоминать огромное количество и, например, обучаться, зайти просто. Все, что надо человеку познать 3 года, он может зайти в это поле и за 3 месяца как губка впитать себя и все. Почему? Потому что у него внимание, концентрация, медитация. То есть что такое медитация? Человек медитирующий. У него такая концентрация, которая выше, чем у самого там логического какого-то там человека, умного, профессора. Он буквально эту информацию берет на тонком уровне. Вот это одна из сверхспособностей еще. То есть мы то, что нам интересно, быстро это схватываем, обучаемся. Да? Или быстро считываем информацию, которая происходит в моменте.
даже человек, например, часто приходит, и он мне рассказывает какую-то историю, я уже знаю о нем больше, чем он сам видит о самом себе за 10-минутный разговор. То есть все, я его все подсознание уже считала, все паттерны считала, я уже вижу, откуда корень его проблем, где это все началось и как они пришли. Единственное, потом я сижу и думаю, в каких дозах мне это выдавать. Потому что если ты дашь все сразу, что ты увидел, он может не выдержать, как тот человек, которого мы перенесли 100 лет назад, да, сюда, и у него может просто все съехать. Поэтому трансформация еще помимо того, что она должна быть быстрой, да, мы хотим все быстро, но она должна быть мягкой, она не должна разрушить все, что есть в человеке, да, ну то есть, что изменения должны быть такие, чтобы у человека хватало энергии переваривать эти изменения. А часто бывает так, что, ну, монахи любят этим развлекаться, они могут сделать такие изменения, что будет ощущение, что просто конец света, все в тартарары, твоя жизнь летит в тартарары. То есть вот ты хотел мощные чудеса и изменения, ты их получишь, эти чудеса прямо у тебя начнут происходить на твоих глазах, но ты отрицательно только потому, что не хватает объема сознания и энергии, чтобы переваривать эти изменения. То есть ты не можешь их увидеть, суть, корень этих изменений. Ты просто видишь поверхность, да, и поэтому очень много температуришь. А многие на этом обламывают. То есть, в принципе, когда мы говорим, мы очень тонкая система, эта система требует бережного отношения, ювелирной работы, по сути, над каждым человеком, да. И вот пятый элемент — это вот самая безопасная ювелирная работа над самим собой. Когда будут быстрые изменения, но в то же время они будут настолько корректны, настолько мягкие, что вы будете успевать. То есть поступление энергии и обучение будет достаточным, чтобы те изменения вы могли делать. Круто. Да. Такая большая информация, поток информации, прям нужно еще раз мне самой, по-моему, несколько раз посмотреть эфир, чтобы до конца еще понять и впитать. Я думаю, и многим зрителям нужно будет несколько раз посмотреть. И вы знаете, я сейчас хочу озвучить вопросы подписчиков теперь. Давайте, да, давайте отвечаем на несколько вопросов. Да. Вот одна девушка пишет, как найти спутника по судьбе, а не кармических партнеров? Работать над своими записями. Что такое карма? Карма — это наличие записи внутри вас. Ничего иное. Ребят, карма — это не что-то такое, как вы думаете, непонятное. Карма — это, по сути, те программы в подсознании, которые у вас существуют. Вам надо их увидеть, осознать, да? И прийти к некоему внутреннему балансу. То есть, когда вы будете вибрировать на уровне «я есть единство, я самого себя принимаю и люблю», и у вас будет вибрация принятия каждой части себя, и придет такой момент, знаете, мне так классно самой собой, я вообще, мне вот в удовольствие жить, в этот момент появится мужчина, который будет вибрировать одинаково с вами. То есть вам не надо сильно уходить в эту логическую, знаете, структуру, как мне, дайте мне вот этот рецепт и расписание. Нет этого рецепта. Один рецепт. Займитесь собой, поднимите вибрацию внутренних энергий на такую высокую высоту, чтобы вы могли обходиться без никого. И вот именно в этот момент у вас попадется мужчина, который будет соответствовать той вибрации, которую вы имеете. Но вообще мы планируем сделать в мае будет линейка про отношения, вот попадите туда, и вы глубже поймете, потому что я там не буду вам объяснять отношения на уровне того, как вам сейчас это дают в современном мире. Вы поймете глубинно, для чего вам партнер, и когда эти запросы были у меня, есть более высокая программа после пятого элемента «Ашрам», ну, Макпауна, расскажите про отношения. И я дала им 3-часовой урок. После этого 99% учеников написали, ну, Макпауна, почему вы нам раньше это не сказали? То если бы мы знали раньше эту информацию, мы сейчас просто смотрим на свою жизнь, а это взрослая женщина, у которых дети и мужья, мы бы столько избежали. Но я говорю,
говорю, вы знаете, я не считала себя прям экспертом по отношениям, но если вы сделали запрос, я вам рассказала. И мы поняли, что, наверное, эту информацию тоже надо дать возможность массам послушать. Поэтому будет серия про отношения в мае, возможно. Следите просто за моими анонсами и сможете больше понять. А по-хорошему, конечно, надо прийти на пятый элемент и работать над собой. Да, еще раз хочу напомнить, давайте напомним зрителям, что 3-го, 4-го, 5-го числа 5-го. Будет бесплатный интенсив, 5 проверенных шагов к увеличению жизненной энергии. По сути, вот там мы будем разбирать тела, да, то есть 5 тел основных, мы по ним пройдемся, и как раз вот на третий день мы будем говорить про акаш, вот, про казуальное тело, в которое бы надо попасть, там, где ваше истинное я находится. Вот эта тема, да, меня прям очень-очень увлекает все больше и больше. Еще один вопрос. Так, такой вопрос. Сколько потребуется времени для исполнения какого-либо желания? Это уже, наверное... Вы знаете, любое истинное желание исполняется быстро. Истинное. То есть, которое не заряжено большими ожиданиями. То есть, у вас же как желание? Вы хотите, вы потом берете это желание, да, в тиски. Ну, когда? Ну, когда вы прям берете эту вселенную, а по-другому это Бога за бороду и трясете ему эту бороду, и говорите, а когда же мое желание исполнится? Если вы умеете быть в состоянии, что это мое желание уже есть, и оно истинное, оно очень быстро исполнится. Если вы не способны прожить его, а в медитациях, вот у нас была медитация 22 марта, она очень мощно прошла, там, по-моему, 4 часа мы работали, там уже сразу понятно, до медитации человек сможет реализовать эту мечту или нет. Но еще желание или мечта или цель — это одно и то же, да? То есть мечта — это более романтическое, а желание — это больше земное, а цель — это больше такое, знаешь, тем бизнес-мотивированные люди, да, там. Но это одно и то же на самом деле. Но все состоим из желаний. Они требуют энергии. И что такое желание любое? Это у меня в голове, например, есть мысль. Я хочу купить себе Porsche. Допустим, у меня есть желание такое. Как мне купить этот Porsche? У меня же должен быть энергетический потенциал, чтобы сделать что-то, да, творческое, красивое, креативное, что принесет пользу, люди купят с удовольствием, еще мне скажут спасибо, да, я получу эту творческую, креативную энергию и реализую вот то, что у меня было неосязаемое в голове, в реальность, да, потом пойду и куплю эту машину, да. То есть желание у нас момент, как у нас появилась мысль, и до момента, как мы в реальности это видим, то есть, во-первых, есть временной лаг, а во-вторых, есть энергия, которая должна дать этому желанию жизнь. Так вот, если оно у вас только на уровне логики, а энергии недостаточно, чтобы дать жизнь этому, да, то есть вы не можете, простите меня, заработать или создать что-то, что этому миру необходимо, чтобы оно у вас купила, потребила, поблагодарила, чтобы это принесло пользу и вам быстро пришло. Вы не можете это сделать. Это о чем говорит? О том, что вы в этих ограниченных рамках, и вы пока не способны на уровне энергии создать это желание в реальности. Да? То есть любое желание требует энергии вашей. Любое. Все, что вы сейчас посмотрите вокруг, это затраты энергии людей. Диван, стол, я не знаю, свет, телефон, этот айфон, ради которого там Джобс отдал свою жизнь, да? Как он это создавал? Он создавал через разрушение своего тела, да? То есть можно остаться в истории, можно создать что-то, что поменяет жизни многих людей. Мы без айфона сейчас жизнь не представляем себе, но при этом рано уйти. Почему? Потому что энергии не хватило, да, чтобы поддерживать это. То есть он создал, но он создал за счет энергии своего тела, через разрушение своего тела. Это тоже из один методов. И когда ко мне приходят, например, бизнесмены, а у меня есть там VIP-клиенты, которых я беру, да, у них там заводы, пароходы, и ему надо решить какие-то задачи. И я ему говорю, как будем решать? За счет вашего здоровья, энергии, или все-таки по-другому? Да?
Это первый вопрос, который задаю, потому что мозгов, чтобы разрушить свое здоровье и создать еще один завод, много не надо. То есть это можно быстро сделать. А сделать это так, чтобы ты еще получал удовольствие и был не покалеченный, да, чтобы у тебя органы все работали, нервная система была в порядке, и при этом появился пятый завод, это уже другая задача. Ну и так они такие, а нет, давайте вот, да, все-таки здоровье вернем, потому что я уже загнан так, что я даже не понимаю, где моя жизнь, вообще вкус, ничего, да, там, я даже на отдыхе не отдыхаю, да. То есть он, у него есть деньги и пять заводов, да, но при этом он вообще не понимает жизни, он говорит, я уже потерял вкус, я даже еду ем, не чувствую, что я ем, да, то есть он в мыслях этих, как же пятый завод себе сделать. И поэтому мы тогда возвращаем его к самому себе, да, восстанавливаем здоровье. Он начинает выделять себе время, покупать чужое время, ну и в итоге решать свои задачи. Появляется пятый завод, но он появляется экологичным путем, да. Не через то, что он через 5 лет помрет, а через то, что он еще проживет 30 лет, да, но у него будет пятый завод. Это разные цели, надо понимать. Какими целями вы хотите добиться этого желания? А желания еще есть такие, знаете, когда это вредит другому человеку. И тогда эти желания исполнятся, но проблемы у вас увеличатся еще в 100 раз. Например, один раз у меня вообще, когда на медитации исполнение желаний, я предупреждаю, говорю, ребят, пожалуйста, не берите намерение желания, которое может повредить кому-то. Вас прямо во время медитации вырвет, потому что это будет такое высокое поле, что с вашими низкими желаниями, вибрациями вы не выдержите это поле. Так и происходит. Все равно есть у меня такие смельчаки, которые идут с неэкологичным желанием, и потом в комментариях пишут, меня прямо во время медитации вырвало. Ну, говорю, ну я же предупреждала, просила вас не... И часто они не осознают. Потом, когда они мне пишут, они искренне пишут, ну, Павловна, вот я загадала желание, у нас должно было быть сокращение, 5 человек должны были сократить. Среди них я еще. И я сказала, пускай мне скажут, что я самая лучшая, и меня оставят на работе. Но это же экологичное желание. Я говорю, нет, не экологичное. А почему не экологичное? Ну, потому что если вас оставят, то все остальные пострадают. А вы еще хотите свое эго, да, там, чтобы меня похвалили, сказали, что я самая лучшая, а вы плохие, уйдите, да. Я говорю, а можно было сформулировать это желание так, что пускай у меня будет любимая работа, которой мне будут давать деньги, но не акцентировать, что всех остальных убрали. Это же не важно, что вы останетесь на другой работе. Вам могли завтра позвонить и сказать, перейдите к нам на работу. Да? То есть желания очень часто ваши вредят другим людям, поэтому они не поддерживаются высшим, понимаете, вот этим вселенским большим единством. То есть антенки звучат у вас так корявенько, они, конечно, эти желания могут исполниться, но в итоге вы получите больше проблем через это исполнение. Поэтому вообще надо понимать, неосознанность приводит к страданиям, да, и желания все должны быть осознанными, а не с того, что, ну, я захотела, корень, почему я захотела, а зачем, а что в итоге мне даст, а для чего. Очень часто все хотят там, ну, даже бывает, что, знаете, там, я стала, там, допустим, какой-нибудь там актрисой, потому что я хотела отомстить какому-то парню. Да. Весь путь потом будет сопровождаться проблемами, вы понимаете, да? То есть я туда не пришел по зову большому, да, божественному, я пришел через месяц другому. И вот весь путь, он будет такой, знаете, как это... Можно, конечно, до этой горы, да, вскарабкиваться, но это прям руки в кровь, ноги в мозолях и так далее. То есть нужно понимать, для чего я туда иду и в чем корень моих желаний. Если это отомстить кому-то, ребят, ну... большого вы не достигнете в этом, да, потому что вы вообще пошли туда делать это только кому-то отомстить, а не принести пользу своей игре, да, игрой, там, чтобы множество людей осознались. То есть это не то, где вы живете, это не то, чем вы дышите, это как не подышать. То есть актеры, которые как Мэрил Стрип, да, то есть она играет, как она это делает, вы же понимаете, да, как она Тэтчер сыграла, Маргарет Тэтчер, она же даже вот этот она сыграла даже вот этот акцент, да, акцент, то есть да. Как она может перевоплощаться, то есть на вашем языке, да, а это же некий божественный дар, да, то есть это видно же, что она этим, для нее это как поесть, да, как подышать, и какая она глубокая внутри, это видно, что она туда пришла по зову, да, большому внутреннему,
слушая свою интуицию. Поэтому, видите, когда мы не экологично куда-то начинаем двигаться, это всегда потом нам принесет. А это все сопряжено с желанием. Потому что все, что мы не делаем, вначале это желание. Например, я утром хочу проснуться, одеться. Это желание. Я хочу пойти зубы почистить. Это желание. Я хочу чашку кофе или чая. Это желание. Я хочу сейчас ребенка одеть и отправить в школу. Это желание. То есть вы вообще состоите из постоянных желаний, понимаете? Да. Спасибо вам большое. И вот еще один человек пишет. Это последний вопрос. Давайте. Да. И давайте. Мы уже будем закругляться. Вот что делать, если не получается устроиться на работу с желаемой зарплатой? Сначала надо задать вопрос, не что делать. Вы понимаете, что вы ничего вовне подкрутить не сможете. Вообще это бесполезная штука, что мне сделать, чтобы кто-то вовне поменял свое мнение. Потому что сейчас вопрос энергетически звучит именно так. Я хочу в ком-то что-то поменять или получить какую-то волшебную таблетку, прийти и мне скажут сейчас, подними одну бровь, скажи вот это, то есть это НЛП, да? НЛП, да, нейролингвистическое программирование. И тогда, типа, работодатель тебе даст 3 раза больше зарплаты, да. Это же не про это сработает ровно там, на 10 дней или на месяц, или на 2, а потом вас, ну, как бы, если вы не способны, не заслуживаете это место, то вы не получите. Смотрите, когда мы говорим о зарплате и о том, что мы имеем за свою работу, да, за тот креативный творческий навык. А какую пользу я приношу? Надо выписать, честно самому себе признаться. Вот я работаю, например, там, кем-то, кондитером в каком-то ресторане. Выпишите честно, сколько человек может готовить так, как вы. А что нового вы приносите этому ресторану? Вы готовите по их рецептам? Или у вас есть идеи свои, да, которые вы предлагаете, они заходят в меню и качественно там... Все говорят, ой, ну вот этот десерт лучше всех, да, и вы видите, что ресторан там больше всех десертов продал именно там, где вы придумали, да, вот тортик какой-то или десерт, да, и каждый раз ваши идеи ресторан продает и зарабатывает. Тогда вы можете прийти и сказать владельцу, знаете, вот я года придумала 10 десертов, и посмотрите, больше всех продаж по этим десертам. Как вы думаете, могли бы вы мне повысить зарплату? Мне бы это было приятно, и я бы, наверное, еще больше придумывала что-то. То есть я бы хотела, чтобы вы оценили это. Да? Это нормально. Любой работодатель, увидев это, он оценит это и, конечно, поднимет. Потому что он видит, да, что вот эти предыдущие не работали. Вы всегда должны понимать, что вы сначала даете, честно, да, и что вы хотите в ответ иметь. Это не вопрос... А что мне должны дать? Что вы можете дать сначала? Потому что нет такого, понимаете, человек, который... Это выгода, всегда взаимовыгода, да? То есть если этот человек мне приносит пользу, то я ему хочу приносить пользу. Это на уровне подсознания всегда лежит. И я не хочу этого человека терять, понимаете? Я хочу с ним тогда договариваться, взаимодействовать. Поэтому сначала вопрос, а что я могу дать? И потом, когда я понимаю, что я даю больше, чем я зарабатываю, я могу прийти и сказать. А вот если вы скажете, а я боюсь, а я не могу, а вдруг он не поймет, значит, вы не сделали ничего. То есть человек точно, который что-то создал и знает, что он принес пользу, он спокойно идет и говорит про эту пользу, понимаете? И может сказать работодателю. А если вы не можете, значит, вы где-то самому себе соврали. Да. Спасибо вам большое за ответы. И давайте мы еще раз зрителям скажем, что совсем скоро, уже на днях 3, 4 и 5 апреля будет бесплатный интенсив. После прямого эфира я обязательно в сторисах выложу, и спасибо. У вас тоже это можно увидеть в сторисах, и в шапке профиля у вас тоже можно увидеть, я об этом обязательно скажу. Не пропустите бесплатный 3-дневный интенсив, он очень мощный, я сама хочу присутствовать и посмотреть 3 дня подряд, я вот прям очень хочу.
честное слово, и я пройду этот интенсив вместе с вами, дорогие зрители. Давайте вместе посмотрим. Я думаю, мы возьмем очень-очень много крутых информации. Я лично сейчас за полтора часа прям зарядилась мощно, честно. Я аж вспотела, но дома прохладно, но я все равно вспотела. У меня прям вся спина, знаете, вот так вот я прям чувствую, как по позвоночнику идет прям энергия. Вот серьезно. Это давайте включим немножко комментарии, пускай люди скажут, если что-то. Да, кстати, я вообще забыла. Вот видите, я вообще отключилась. А еще, вы знаете, вот пока люди пишут комментарии, вопросы какие-то, отзывы, да, и можно такой личный вопрос, если вы можете не отвечать, можете не отвечать, но я все-таки хочу задать. Вот сзади вас, вот эта шри-янтра, прям, знаете, вот, она такая красивая, мощная, прям большая, огромная. Вы медитируете на шри-янтру, да, и тоже это показываете зрителям, или это ваша личная какая-то вот, ваш личный ритуал? Вы знаете, со шри-янтрой я не медитирую на нее. У меня нету медитации на шри-янтру, у меня другие медитации. Но шри-янтра, она в моей жизни, она сама внедрилась в меня, да, то есть я изначально не понимала, откуда мое сознание, подсознание взяла вот эту любовь к шри-янтре. Потом, когда мне отправили некую короткую запись ашрама, это огромный красивый белый ашрам, и перед тем, как в него войти, нужно было делать три круга его обойти. Он весь со смыслами там и так далее. И самые мощные свои инициации я получала в этом ашраме. И там я обратила внимание, оказывается, что когда мы заходим, прямо на полу из мрамора сделана эта шри-янтра. Тогда мое сознание это не уловило. Но оно, как информация, в мое подсознание зашло, понимаете? Это я осознаю, у меня будет эта шри-янтра, она будет везде у меня присутствовать. Я не буду понимать, откуда у меня эта любовь. Я понимаю, что такое там какой-то элемент по энергии, да, что он в себе несет. Ясно, что я сейчас уже не буду рассказывать, это все понятно для меня, что за присутствие элемента там, геометрической формы, да. Но по сути это же разные энергетические формы. Но потом, когда мне пришлют вот эту запись, я осознаю, что, оказывается, именно в этом ашраме при входе на полу была сделана эта шри-янтра. И поэтому бессознательно, то есть я была объединена, так как самые большие опыты, да, там, и мистические в том числе я получила в этом, первый в этом ашраме. В очень красивом, нереально красивом месте. Как классно. Поэтому вот она меня сопровождает, да, потому что вот на энергетическом уровне я связана с этим. Я не медитирую, она у меня всегда стоит здесь, как ноты. Да, да. Очень красивая. Для меня это мощная прям, знаете, она такая огромная, как ваши крылья, как, не знаю, прям это чувствуется такая, вот я прям чувствую таким образом, как будто вот охраняет, что ли, или... А, красота. Да, ну вот. Вот такая взаимосвязь у меня. Для меня это некие ноты, песни, да, которые можно в такие геометрические формах прочитать. Поэтому вот она на рояле, я играю на рояле, она у меня вот стоит на месте нот всегда. А на эфирах получается, что она за мной. Да, да, да. Классно. Если честно, хочется с вами разговаривать и разговаривать. Вот прям, да, хочется прям... Спасибо. Да, потому что много чего хочется узнать, а просто хочется брать как интервью, да, узнать про вашу жизнь, про именно вашу биографию, да, как вы начинали все это. Но это, наверное, будет очень долго, и мы будем мучить вас. И... Да. Да, поэтому... Если это когда-то случится, и мы, дай бог, да, поговорим. В целом, очень хочу поблагодарить вас за такой прямой эфир. Он очень познавательный. И многие, наверное, нашли какие-то ответы на свои главные вопросы. И многие, наверное, после этого эфира, я надеюсь, они еще успеют, те люди, которые не успели посмотреть, они посмотрят и попадут на ваш бесплатный трехдневный интенсив.
Я очень спасибо большое. Да, это было во благо, и это было круто. Вам большое, большая благодарность. Вот люди отправляют сердечки, пишут: благодарю вас, Махпал. Я бы очень хотела, чтобы Динара Саджан взяла интервью у вас, Махпал. Да. Ну, если пригласит, конечно, я да. Сохраним. Да, эфир сохранится. Дай Бог сохранится. Надеюсь, попаду на пятый элемент, пишут. Благодарю за эфир. Ну, Махпал, когда едете в Казахстан, пишет? В Казахстан я, скорее всего, приеду не скоро. Возможно, в этом году у вас, кто захочет, сможет участвовать на выездном семинаре, который будет в США. Возможно, мы в этом году организуем. Пока у меня здесь дела, да, и пока я не закончу, я не смогу в Казахстан приехать. Но я думаю, что в Казахстан мой, конечно, приезд будет какой-то громогласный. Вот все довольны, все... Вот пишут, смотрите, была на третьем потоке, пятый элемент, иду на шестой поток. Сегодня услышала столько много новой информации, предчувствую, что еще впереди... И уже после 22 марта весенние медитации начали осуществляться мои намерения. Да. Вот такие есть. Ой, какие классные комментарии. Можно посмотреть медитацию, пожалуйста? Очень хочется живой встречи с Махпал. Да, на самом деле, многие хотят вживую с вами увидеться. Это, наверное, вы, наверное, соберете один большой стадион. Огромный. Да, скорее всего, да. Судя по тому, сколько приходит на интенсив, за год проходит 100 тысяч человек. Wow. И за полтора года я поменяла жизни почти 10 тысяч человек. Это очень большой объем работы, на самом деле, качественно, да. Медитации, те, которые есть звуковые на YouTube, вы можете их слушать, но... Будет у нас медитация 21 июня на день летнего солнцестояния, и вот я рекомендую туда попасть. То есть вот это прожить, вот это казуальное тело, про которое мы долго сегодня говорили, да, с первого раза можно, если мастер сильный. То есть вы сможете оказаться там, прожить это состояние благодарности. Даже по дороге у вас все желания поменяются, это будет такой опыт, который вы никогда не забудете. Сейчас пока регистрации нет, но не пропустите. У нас много событий, линей для разных. А также есть, по-моему, сейчас, если вы регистрируетесь на интенсив, у вас там есть источник. Это 8 уроков в подарок, которые вы можете уже просматривать. И, ребята, все, кто держит уразу, вы можете зайти ко мне в топ-линк. Это вам в дар. Там целая система и программа, чтобы ураза у вас прошла мягко и во благо, чтобы вы не мучились, чтобы вот биохимические процессы физические работали хорошо. Я и давала эту уразу систему в прошлом году, все мои ученики были очень довольны, благодарили, и вы можете в том числе, она практически сейчас у меня в топ-линке все бесплатно, так что проходите. Бесплатно — это значит в дар вам, для вашего развития. То есть я пятый элемент, это там, где вы приходите, платите, работаете, интенсив бесплатный, но достаточно попасть в мое поле, как вы уже будете трансформироваться даже на вот таких мелких уроках и интенсивах. Ураза — шикарная система, да, я думаю, что в этом году я дала в доступ всем, я думаю, что будет очень большое количество отзывов. Там у нас несколько тысяч сейчас по уразе занимаются, по питанию. Мощь, в общем, благодарят, спасибо. Да, здесь уже даже пишут, что да, вот после последнего потока они вылечились, вот была какая-то болезнь, вот здесь уже пишут столько отзывов, и это невероятная история на самом деле, это очень невероятно. Угу. Слово «невероятно» тоже, наверное, такое. Все невероятно, вероятно. Все верно, да. Говорят, сколько стоит пятый элемент. Пятый элемент сколько стоит, мы скажем на третьем дне интенсива. Цена все время меняется, это делает команда, я не запоминаю. Как защитить свою ауру, все это будет тоже на интенсиве. Угу. Я не держу уразу, ребят, у меня есть свои аскезы, но я достаточно хорошо понимаю биохимию,
И мне пришлось поизучать, что такое ораза, для того, чтобы вам составить. То есть я достаточно времени потратила, чтобы составить вам эту систему. Помимо того, что я изучаю древние практики, вы должны знать, что я знаю научные, базовые обучения по телу. О, здесь очень много благодарности. На самом деле это очень много сердечек, очень много слов благодарности. Это круто. Вот еще пишет, что они вылечились от этой болезни. Аутоиммунки. Я вот не знаю, что Вы знаете, на программе занимаются с проблемами разными, да, то есть тут я сейчас вижу только один, все говорят, люблю питание, ораза, супер, все такое, но есть один хейт, вот человек, который пришел и все время пишет разведенки. Я хочу сразу это возражение сейчас закрыть. Знаете, вот человек, который это сейчас пишет, вы разведетесь, энергетически вы разведетесь, очень много внимания этому уделяете, для вас это некий триггер. Разведетесь не один раз, а несколько раз, к сожалению. Поэтому чем больше вы сейчас будете это писать здесь, тем больше это будет в вашей жизни, потому что вся информация, которую вы кому-то посылаете или вы хотите, да, кого-то задеть, она остается в вашем поле. Это зерно созреет именно в вашей ауре и в вашем сознании. Поэтому особенно когда вы делаете это в поле очень сильного мастера, это произойдет достаточно быстро. И вы даже удивитесь, что это не только в вашей жизни будет, это произойдет просто со всеми вашими родными рядом, прямо с этого момента. Поэтому всегда думайте, что вы делаете, куда вы свое зерно кладете. Это не просто эфир блогеров, куда можно прийти и болтать все, что угодно. Да? Вы прямо свое информационное поле сейчас это создаете. Никого это сейчас не заденет, чтобы вы понимали. Потому что вы думаете, что это кого-то как-то тронет, это не тронет. Поэтому займитесь, перестаньте разрушать свою жизнь. Всем остальным спасибо вам большое, ребят. Я рада, что я была сегодня. Да, и в принципе всегда относитесь к таким людям, как я сегодня сказала. Поймите, что человек, который в зерне своем несет вот эту злобу и ненависть, да, он эту информацию оставляет в своем поле. И через какое-то время это зерно обязательно даст плоды. А плоды будут очень горькие, да, слезливые и разрушительные. Поэтому никогда вы ничего, ни словом, ни какими-то действиями плохо, по большому счету, другому сделать не сможете. Особенно тем, которые прошли пятый элемент. Потому что у них появляется такая поддержка внутри. Это, по сути, камнем закидываться на божественное, понимаете? По сути, на моих учеников в итоге потом это делать вред им или пытаться, да? Ну, они в такой защите в поле, через них такие энергии проходили, что это практически брать камень и на божественное закидывать. Ну, попробуйте, хочется помахаться с ним, помашитесь. Интересно, чем это закончится. Ну, как бы итог ясен, да? Я вас люблю, говорит, махала там и так далее. Все, я вас тоже все люблю. У меня такое ощущение, что тут много моих учеников. Спасибо большое. Спасибо, что вы об этом сказали и озвучили на самом деле, потому что это как будто норма, знаете, у нас закидать камнями, там, сказать свое мнение, там, но они не понимают, насколько это опасно для них же самих, да, и спасибо, что вы озвучили это, это боль всех. Всех боль, да. Да, и на самом деле вы очень правы. Да. И вот эта система типа яд, булады, да, тоже там что-то стыдно. Да ничего не стыдно, ребят. И разводиться не стыдно, и проблемы иметь не стыдно. Самое главное, что вы делаете, как к этому относитесь. В итоге успех имеет некое свойство, успех вашей личной жизни, вашей внутренней системе имеет свойство все стирать. Мы, знаете, прекрасно своими результатами. Вот человек болел и выздоровел ни за чем болезнь. Это прекрасно своими результатами. Не словами, не нытьем, а результатами. Поэтому, пока все болтают, надо делать свои дела. То есть ваши результаты будут красноречивее всех слов. Стремитесь к этому. Всем большое спасибо. Всех вас люблю. Вам спасибо. Вам большая благодарность. И давайте еще раз. Я хочу сказать, что 3-го, 4-го, 5-го числа будет трёх дней. Платный интенсив, обязательно сейчас переходите на страницу Махпал
и в шапке профиля все это есть. Или там кто-то не успел, если я обязательно это выложу в сторис, и в течение 24 часов вы можете это посмотреть и по ссылке там уже записаться и ждать бесплатный интенсив. Вместе со мной. Спасибо. Было очень интересно. Мне тоже было очень интересно. Спасибо вам большое. И надеюсь на то, что все еще впереди. И я вас либо увижу, либо мы еще раз выйдем в эфир. Кто знает. Я уверена, что мы увидимся еще раз. Всем пока. Значит, до свидания. Все, до свидания. Всего вам хорошего. До свидания. Я просто выхожу, да? Да, я сохраню сейчас. Я тоже выхожу. Понятно. Всем пока. И очень много отзывов. Всем пока. И я сейчас в сторис выложу обязательно все про интенсив. Благодарю вас.